называется «Тайная песня Лесистранта», вот одна из них. По правде сказать, ты оставил меня, как на переправе коня, сукубу в дубном сновидении, камень в ответственном падении, как камень в текущей холодной воде, на русской границе нигде. И эту границу никак не пройдет ни пеший, ни умный, ни гонный, ни автоматчиков медленный взвод во сне, ни оркестр похоронный, и ангелы смерти, крутя у виска, острее ржаного колоска, на черепе рано уже провертели, фанаты ЦСКА зассали и просят охраны. Оставил меня словно волчью сыть, как на переправе Гнедова, при этом командует снова не ссать, как эта мертвая баба Ефрейтор, Генштабу, УПА и армии краевой. При ней я что-то вроде интенданта и прораба. Как в старом кино, где стоит гарнизон и ждет нападения зулусов, и служба годами, и вечный кобзон, один для нацменов и урусов, и на терпеливых и трусов, и верных присяги с юзапизной, поделены все офицеры, и тупо выхватит из бедны выходной с очерпленным запахом серым. Дрожащее солнце, эстетские кадры с таинственным привкусом порно, не конятся ждать дни из кадры под зрительский шорох попкорна. И дважды снаряд не ложится в окоп, в мою черепную воронку. Запомни, что женщины ходят рано или поздно. Страсти больше ничего не значат. Но привязанности к человеку не сходить на площадь против власти. Мы служили политическому веку, следовали страсти. Время ничего и никогда не лечит, оставляет выжженные звезды на плечах того, кто бьет и плачет. На сердцах и всадника, и принца, горничной, рабочего, монаха, матери забытая гробница, дедова военная рубаха, местные снеги или синица, демонские Мюнхен или Ницца. Главное, достанешь фразы. Печаль моя черна, не помню твоего неблаговаза. Работ столичных по благоустройству. Ребят отличных, с мерзкой склонностью к геройству. Уходи, зараза, вали путем зерна. Я не люблю ни твоего ОМОНа, ни РУБОПа. Я пятая колонна с прикопанным солдатским автоматом в подвале дома, в нише схрона. И знаешь ли, я совершенно непреклонна, льда своей колонны пятой. Хромая утка и агент Газдепа, предатель Родины и символист проклятый. И млечный путь над Бабкиной ухатой в течение среднем Дона. Была зарыта шпагой, не лопатой, Лили Марлен в своем коротком гетто, в своем коротком платье. Тяжелое случилось третье лето, и офицеры раздевались молча, в земле до плеч, под женский плач и материнские проклятия. Я знаю наизусть твою повадку лучшим, и зубы желтые силовиков и танки. Я знаю, где нам ожидать подлянки. Ебись конем, захлебывайся желчью и золотом, и задохнись от газа, распухни от нефтянки. Следи за мной, устраивай прослушку, поплачь в мою подушку. Печальный облик твой невыразимый, твой тайный облик, не скажи охране. Еще стоит, как призрак в подвороте, по нашим городам в тумане. Красив, неочевиден и бесплотен, и держит финку лунную в кармане, неуязвимый, как господа других небесных сотен. Ну, тут есть внутри несколько монологов, скажем так, мертвых или полумертвых людей. Какие-то люди, что взяли меня, при помощи внешней разведки сказались хохлами. А я понимаю, пиздёж и хуйня. И сам я связался с козлами. Из нашего заводского двора. Мой профильный центр, не дыра. А все начиналось прекрасно. Бухали полдня в детсадовской нашей беседке. И мы рассуждали с киндосом. Кирдык и хохлам и пиндосом по международным вопросам. И светлое прошлое ясно, и будущее примирились вдруг, и только 9 мая. И мы отослали от всех городов безбашенных братьев. Они возвращались хромая, ни бабок, ни девочкам платьев. А некоторые из закрытых гробов, и мать моя Юба держала в зубах, ждала на меня похоронку, работала на оборонку, и что-то в уши дул один монах. Они говорили, давай, нарисуй и звание, и должности роту. Упоротые идиоты, вот голосуй за них, не голосуй. Бухать не дают, и курить по одной, и предали клятв Гиппократа. И Генка по-прежнему, как заводной, и у них жесткая вата, и будить мне не хочется брата.
какой-то уебищный серый рассвет, и камера, блядь, одиночка, и русский шансон с 90-х кассет, и мать, и невеста, и дочка. Я нахожусь в этом старом плену и думаю, дед уходил на войну бороться с фашистами. И камень стоял, три дороги на нем, и в ополе чистом я выбрал хуйнем. Коробка, в которую бьюсь головой, полна пауков, взрастает травой. Не лай меня, матерь, не вой. Однажды хозяин конторы с ключом заявится, с ним и конвой. Но здесь нет. Она психотичка Господь, ты же знаешь. Больная птичка, серная спичка. Ей поднеси искру и гори весь город. Никого не спасти, ни праведника, ни лоха. Трижды там, дважды бывал раз в город. Но не скажу, что это статистика плохо. Но, видимо, мимо. Нравятся мне гримеры мира. Иногда ослабляю город. Здравствуй, новая зондеркоманда. И бесстрашие наши, и русская пропаганда. Белые троянты. Только, конечно, сердце сохнет, идиотки, сердце сохнет, раздолбая гуляй-поля, мертвые волыни, раны в сердце няня, не звони охране. И не вздумай посылать за руки, возьму история Жмотыки, Волынская резня. Волынская резня – история от Волынской резни до операции Висла. Речь идет о очень сложном, тяжелом периоде. Ну, который этот период с 42-го по 45-й год, это, то есть, это братоубийственная резня на территории Западной Украины, связанная с борьбой украинского народа за освобождение. В России принято думать, что бандеровцы были главными врагами советской власти и русских. Это, в общем, отчасти это так, но, с другой стороны, это крупное заблуждение, потому что главными врагами УПА были поляки и польское государство по всем проявлениям, и степень жестокости, с которой эта внутренняя война происходила, ну, в общем, душу поражает воображение, но когда ты читаешь эти хроники, ты понимаешь, что наше представление о том, чем был 20 век до конца Второй мировой войны, оно, в общем, очень сильно отличается от того, что было на самом деле. И, в общем, это, конечно, некоторый комикс. Мне очень нравится, что Мотыка, которому около 50 лет, он вспоминает, там очень много личных историй этих боевиков, и с одной, и с другой стороны, и он, ну, как бы дает их клички. И там рассказывается их истории, и не только вот как его звали, как он был звание, но есть клички этих людей. И, уходит топор под законы войны, выводит живыми отряд. Холодный веселый выводит ребят, и живые его пацаны. И как-то я этому косвенно рад, читатель печальной истории тех, кто резал и грабил и жег, хохол и москаль, западынец и ляг, и под руку легший жидок. Топор боевик, партизан и поляк, веселый из группы УПА. И каждый убийца, и каждый маньяк, и бесится вражен тупая толпа. Я хронику эту читала 3 дня в метро, на работе, во сне. И эти ребята тащили меня за волосы к ближней сосне. И так убивали, что ебаный стыд, и это проклятие, как прежде, висит. Бесславных ублюдков мучительный пыл. Да, мы твои люди, мой командир. Да, мы твои овцы, оси, дети, Господь. Мы кровь твоя, образ и плоть. Что думаю, здесь опущу. Один твой еврей говорит, не прощу. Один твой поляк, не прощу. Один украинец, все то, что они такие же длинные, летние дни, ищи нас, свящи. Так получилось, что этот текст я написала примерно за 2 недели до начала скандала между польской и украинской элитами, когда поляки объявили польский сына ее межполонскую резню геноцидом. И там были огромные интеллектуальные споры, переписки, публичные, в общем, всякие такие драки, которые... видимо, поскольку это как бы, что называется, не наша история, мы о ней ничего не знаем. Это, в общем, да, феерическая и великая история о том, как уже 25 лет люди пытаются примириться, и все равно до какого-то полного примирения не доходят. Во времена Ющенко, если я правильно помню,
было восстановлено кладбище, и кладбище Алят во Львове. Это молодые люди, которые в 18 году поляки выступали против украинской самостоятельности. И кладбище, в общем, просто огромное польское кладбище восстановлено. Но это, ну, все равно это мало что меняет. Там, я не знаю, Порошенко в эти же дни становился на колени перед памятником жертвам Уральской резни в Варшаве, но на уровне, так сказать, каких-то окончательных, ну, не знаю, примирительных договоренностей, этого так и не произошло. И, кстати говоря, украинские мои друзья очень завидуют литовскому, вот Алена пришла, которая только что оттуда, да, то есть в параллельно вот с этой украинской историей я отсматривала, как литовцы разбираются со своим участием в Холокосте, и при том, что они разбираются уже там 25 лет, книга «Наши» Рутова Нагайки вызвала страшный скандал в этом марте, потому что она проехала вместе с Фраином Зуровым, охотником за нацистами, по местам Голубой Славы. Они просто опрашивали людей, которые что-то там помнят, видели. В общем, это такой, литовцы считают, что для них это страшно сложный момент, а вот мои украинские приятели, которые в курсе того, как Литва разбирается с этим тяжелым периодом истории, просто к себе в пример там ставят.